Доброго дня, дорогие мои. Вот. Сегодня я делаю манты. Манты это туркменские манты. Для турецких друзей тоже переводом говорю. Arkadaşlar, bu Türkmen mantısı. Вот. Но фарш я сделал своеобразный. Делать можно это из тыквы. Вот, мясные. Я делаю мясное, но фарша добавляю обязательно тертую морковь, тертую картошку и лук. Ну, естественно, перец, соль по вкусу. И получается вот такой это. И курдючный жир. Вот. Раскатываем тесто. Тесто вот такое, оно мягенькое должно быть. Я его делал, уже подготовил. Думаю, не буду ваше время отнимать. Берем листы вот так вот. И вот, пожалуйста, готово. Нарезаем уже, когда раскатываем. Все. Вот она очень легко. Вот посмотрите. Вот они. Ничего трудного тут нет. Вот смотрите. Листы должны быть, вот эти листы. Они смазаны. Я их все время смазываю. Вот так беру, вот так вот это масло вот растительное. Вот так вот смазываю его. Вот. И все, готово. Готово. Вот. Это очень полезный продукт. Вот. Можно делать вообще из чистого мяса. Но я предпочитаю, когда в мясе, в мантах, обязательно еще присутствовали бы овощи или что-нибудь такое. Смотрите, вот они манты. Но у разных, которые готовят вот это блюдо, каждый делает по-своему. Манты бывают разного формата. Вот. Но они самое такое блюдо, которое подаются такие дни, вот когда вот праздники или по выходным дням вечером семья когда собирается. Вот так вот. Посмотрите. Очень легко и просто. Тесто должно быть. Тесто добавляет обязательно. Одно яичко. Я добавляю мука, соль. Все. И вода. Так что это очень легко и быстро. Вот. Вот смотрите, какая красава. Смотрите. Я подготовил, чтобы вы все видели. Вода у меня уже там стоит. Можно вот так поочередно положить, как по мере подготовки. А потом подавать уже можно. Например, первую, какую вы положили, тот лист берете, она уже приготовилась. И подает, а остальная пусть варится. Вот, чем она хороша. Вот смотрите. Не жалейте фарша. Вот. Вот турецкие манты я вам показывал, они маленькие такие. Вот. Ну это, естественно, местное это самое. Но я вот здесь такие манты видел. Но они делают в Стамбуле, я видел азиатские кухни, делают наши соотечественники. Вот. Очень легко и просто. Очень легко и просто. И вкусно. Самое главное, вкусно. Курдючный жир обязательно добавляйте. Обязательно. Можно не глядя вот так лепить его. Мне даже, наверное, глаза закроют, я буду делать. Вот. Понимаете? Вот, пожалуйста. Сделать так, чтобы она вот концы хорошо залепились. Вот. Кончиками вот так пальцы, вот так. Хорошенько примните. Вот. Полностью заполняете вот это и ложите сверху крышку, пусть варится. Второй лист берете, со вторым листом такая же операция, понимаете? Такая же операция. Но
Над фаршем хорошо поработайте. Делайте так, чтобы ваши манты во рту таяли. Во рту таяли. Это должно быть так, чтобы, как я вам уже говорил, полезно, приятно, вкусно. Вот. Мы люди восточные, мы привыкли всегда вот так вот украшать свой стол и украшать свою жизнь. Вот как бы нам трудно в жизни не было. Как бы трудно в жизни не было. Вот. Потому что надо жить. Жаловаться не надо на жизнь, а надо жить. Вот. Вот такого формата я вам решил показать. Но я думаю, уже готовые. Я буду делать на обед. Вот. Накрою стол. И вас приглашу к столу. Вот. Чтобы посмотрели, как все, что... Вот. Всех вам благ, дорогие мои, с очередным вот типа мастер-классом был я, ваш покорный слуга. Всех вам благ, пока-пока.